Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами продолжаем тему миграционной политики Германии. И я хотел бы с вами рассмотреть один такой вот случай, затронутый комиссаром по миграции от правительства Йоахимом Штампом на телеканале РТЛ. Плюс там еще был показан 40-минутный документальный фильм о беженцах, получивших статус беженца здесь в стране. Но тем не менее, буквально через полгода после получения статуса беженца, начинающими туристические туры между своей родиной, где они преследуются политически, этнически, как-то еще, и страной, предоставившей им статус беженца. Йоахим Штамп сказал, что доказано, и это видно, что очень многие афганские, особенно афганские беженцы, приехавшие в Германию и просящие статуса беженца по политическим, в первую очередь, причинам, очень часто посещают свою родину. И он выступил с заявлением о том, что раз люди, имеющие такой статус беженца, получившие его действительно по политическим причинам, какие-то там гонения или преследования, и вдруг они начинают ехать обратно к себе на родину, отдыхать по месяцу, а то и по два, а их нужно лишать этого статуса. В 40-минутном документальном фильме показано, как многие афганцы, имеющие вот этот вот голубой паспорт, паспорт беженца в Германии и в ЕС, свободно рассекают на самолетах между Германией и Афганистаном. Поймать их на этом невозможно по причине одного простого трюка. Им выдают визу для посещения Ирана. То есть, если им выдали визу для Ирана, они могут транзитом спокойно лететь в Афганистан. Что они и делают. Многие комиссары из Федерального агентства по беженцам и миграции, вот этот БАМФ, говорят, что, к сожалению, такое вот, такая процедура отбора у этих беженцев статуса беженца невозможна. Причем, как сказал Йоахим Штамп, нужно их тут же лишать статуса и выдворять за пределы Германии. Многие политики из коалиции вот нашей светофорной возмущены вот таким вот поведением этого человека. Но он сказал, что Германия должна оставаться космополитичной страной в мире, но не должна быть глупой. Потому что благодаря нашим законам многие пользуются лазейками в этих законах и обводят правительство вокруг пальца, скажем так. До 2015 года действительно была такая не лазейка в законе, а была такая статья, по которой людей, приехавших в Германию и ищущих статус беженца, могли в течение года лишить этого статуса по причине их частых посещений своей родины, где их преследуют по политическим или каким-то этическим, этническим параграфам или причинам. Сейчас же такое невозможно, потому что Германия в первую очередь не хочет терять свое лицо перед мировым сообществом. Ну и, конечно, для каждого такого беженца, афганского в первую очередь, нужно доказать, что он действительно был в Афганистане. Не исключается момент, когда люди, допустим, едут на свою бывшую родину, чтобы похоронить родственников, которые там остались, или по причине тяжелой болезни своих родственников, или же, допустим, какие-то документы нужно было исправить или вернуть обратно, тогда в таких случаях им предоставляется возможность действительно официально поехать в эту страну, откуда они прибыли, и уладить все свои дела, но никак не туристические поездки или отпуск в стране, откуда он бежал. По словам некоторых политиков, если человек бежал из страны и потом ездит в эту страну обратно минимум один раз в полгода, чтобы отдохнуть,
то на каком основании он получает пособие и на каком основании он вообще получил статус беженца в Германии? Очень много афганцев, вот в этом документальном фильме было показано, очень много афганцев, замеченных в аэропортах, где они курсируют, причем есть лица, попадавшиеся в течение года 3, а то и 4 раза, где они курсируют между Германией и Афганистаном, получая здесь пособие, живя здесь как беженец, он ездит к себе на родину на отдых. Он ездит туда, откуда он бежал по каким-то политическим причинам. Абсурдно кажется, да? Многие люди сразу понимают, что это облапошивание государственной системы немецкой и выкачивание просто-напросто денег из этой системы. Но также Йоахим Штам затронул вопрос о закрытии программы приема беженцев из Афганистана на территорию Германии. Потому что за последние несколько лет у нас прибыло 34 тысячи афганских беженцев из Афганистана, ищущих статуса беженца по политическим причинам. Особенно после того, когда 3 года назад в Афганистане к власти пришли талибы, и наша дражайшая Анна-Лена Бербок кричит о том, что там жизнь невыносима, там сильнейшая дискриминация женщин и девочек, там тяжелейшие гуманитарные условия. Секундочку, она сказала, дискриминация женщин и девочек. А приезжают молодые парни. Это что такое, министр иностранных дел? Ты вообще поняла сама, что сказала? Если там дискриминация женщин и девочек, то почему ты принимаешь здоровых лбов, способных держать в руках ножи и убивающих этими ножами и полицейских, и простых людей на улицах? Почему же ты не ратуешь за то, чтобы женщины и девочки из Афганистана, которых дискриминируют, приезжали в Германию? Им-то быстрее дадут статус беженца. Эти люди, девочки и женщины, быстрее найдут себя в стране и работать начнут, и язык быстрее выучат, чем их вот эти вот молодые здоровые парни, приехавшие сюда, бегающие по улицам и не хотящие, и не желающие вообще не то что работать, а даже помышлять о том, чтобы пойти когда-то на работу. Зачем? Ведь если у них есть сейчас бецаль-карта, этого вполне достаточно, хотя очень многие зеленые политики, а также левые, становятся на сторону вот этих афганцев и этих нелегальных мигрантов, получающих эту бецаль-карту, и поддерживают их во мнении, что бецаль-карта – это всего-навсего ущемление их в человеческих правах, чтобы доказать им, что они здесь люди второго сорта. Вот если бы им давали наличные, вот тогда они бы чувствовали себя нормальными людьми. Но простите, когда они за эти наличные, собирая кучками эти деньги, по несколько тысяч отдают контрабандистам, чтобы те привезли новых таких же беженцев в страну, то сразу начинаешь задаваться вопросом, а целесообразна ли выплата таких пособий наличкой вот этим вот афганским беженцам, получившим здесь статус беженца и как минимум один раз в полгода посещающим свою родину. Типа он поехал на отдых. А здесь ты что, не на отдыхе? 3 года подряд ты здесь живешь, нигде не работаешь, получаешь пособие. Ты здесь что, не на отдыхе? Или мы что-то неправильно понимаем, или наше правительство настолько уже оглупело, что оно само запуталось в своих ошибках, которых разобраться ему очень и очень тяжело. Посмотрим, что получится из заявления Йоахима Штампа о том, что нужно прикрыть программу приема беженцев из Афганистана в Германию и начать лишать этих граждан статуса беженца, если они постоянно в течение года, минимум 2 или 3 раза, ездят к себе на родину, чтобы отдохнуть от немецких чиновников. Конечно же, статус беженца, чтобы его лишиться, это не просто так. Эта процедура очень долгая, она рассматривает под собой различные пункты
в том числе дает возможность вот этому человеку, которого хотят лишить статус беженца, дать комиссии вразумительный ответ на то, почему он, на каких основаниях он поехал к себе на родину. Естественно, левые и зеленые будут в таких случаях предоставлять своих адвокатов этим беженцам, чтобы адвокаты умудрялись и ухитрялись обманывать немецкую бюрократическую систему и политическую систему, чтобы эти граждане, имеющие статус беженца, политического беженца, оставались и дальше в Германии, получали пособие, но ездили к себе на родину на отдых. Да не Германия, это уже Абсурдистан, я уже как-то вам в одном видео сказал. Вот такие вот дела, вот такие вот новости на сегодня. Ну а теперь давайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, кто как относится к вот этим вот беженцам, к их получению вот этого статуса и к тому, как они пренебрегают доверием страны, получив статус беженца по политическим причинам, снова едут к себе на родину, хвастаясь тем, что они беженцы, что в любой момент они могут оттуда вернуться обратно. Прознают об этом талибы, они их просто-напросто не выпустят, потому что талибы, ну, своеобразные люди, своеобразная система мышления. Поэтому если люди, приехавшие в Афганистан транзитом по иранской визе, попадутся талибам на улицах, они вряд ли смогут вернуться обратно. Вот тут опять начнет наша Анна-Лена Бербок кричать: дискриминация, нарушение прав человека. Так вот, добейся, дорогуша, того, чтобы те, кого дискриминируют, могли приехать в эту страну как беженцы и получить защиту государства, а не те, кто дискриминирует, еще ехали бы сюда и начинали насиловать тех, кто ищет беженство здесь, и резать ножами простых граждан и полицейских, пытающихся следить за порядком в этой стране. Всем удачи, пока!